Школьные парты, домашние задания, ответы у доски. Все это осталось позади у выпускников 12-го лицея. Уже бывших школьников провожали во взрослую жизнь их учителя, родители и наша съемочная группа. Мы очень долго ждали этого дня, но сейчас просто эмоции переполняются из-за того, что вроде бы 11 лет мы были маленькими, мы так хотели, чтобы все это закончилось поскорее, мы станем такими взрослыми, закончим школу, все, начнется новая жизнь. А сейчас вроде бы и боязно, но при этом, ну, ощущение теплое. Переживаем немного. Переживают не только выпускники, но и родители. Перед началом линейки Наталья Сербина поправляет ленточку сына. Так же, как и 11 лет назад, когда он впервые переступал порог школы. Сердце стучит, готова выскочить, очень переживаю, потому что ребенок очень быстро вырос. И, конечно же, спасибо школе за хорошее образование и за такого ребенка. Из здания родного лицея выпускники вышли вместе со своими родителями. Под аплодисменты они торжественно прошлись по площади и заняли самые почетные места. Сегодня все поздравления и добрые пожелания в их адрес. Вы знаете, мне очень нравится слово «последний». Последний звонок – это грусть. В этом есть что-то такое, естественно, грустное. Я бы сказал, что сегодня первый звонок у вас во взрослую вашу жизнь. Я искренне желаю дерзать, находить решение, радовать себя, родителей, близких. Естественно, вами будет гордиться школа. Сегодня для вас тот день, который вы должны будете запомнить на всю жизнь. Всегда помните то добро и вклад в вас, ваших учителей, ваших родителей, их переживаний. Цените это, помните, возвращайтесь в стены родного лицея. Виновников торжества поздравили и самые маленькие воспитанники лицея, которым еще предстоит этот долгий, но счастливый путь знаний. А выпускники в знак прощания с детством закружились в последнем школьном вальсе. Луиза Егесарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.